Фрогнер парк, он же Вигеланд парк, на Роде называется... It's okay. Can you please be silent for one second? Вигеланд парк, он же Фрогнер парк, в народе у нас среди консервативных туристов называется порно-парк. Вот, пожалуйста, вы видите, очень много наготы. Но нас на Comedy Battle это не пугает. Специально для Comedy Battle.